случаю 75-й годовщины победы советских войск под Москвой. На этом рубеже стояли такие города, как Каширов слева, Дмитров справа и по центру город Волоколамск. Советские воины проявили чудеса небывалого героизма и одержали первую знаменательную победу. По этому случаю Народный клуб любителей русских басов представляет вам программу «Поклонимся великим тем годам». Квартет народных инструментов «Адмирал». Руководитель квартета баянист Михаил Чернов. Дипломат международного конкурса Александр Цицоев «Балалайка Прима». Дипломат международного конкурса Николай Егимов «Балалайка Альп». Рабочей культуры города Москвы Владимир Филипенко «Балалайка Бас». С ними в программе «Семь басов». Солист Московского академического музыкального театра имени Станислава Немировича Данченко, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Степанович. Большого театра России, лауреат всероссийских международных конкурсов и фестивалей Федор Тарасов. Московского камерного музыкального театра имени Бориса Покровского, лауреат международных конкурсов Кирилл Филипп. Московского театра «Новая опера» имени Колобова, лауреат международных конкурсов Михаил Первушин. Лауреат международных конкурсов Илья Ожилу. Красной национальной оперы лауреат международного конкурса Роман Демин. Лауреат российских и международных конкурсов Константин Бойко. На Россию всегда кто-то шел. И первый номер он объединяет с собой и героя Отечественной войны 1812 года Александра Алябьева. Мы обращаемся к памяти наших великих победителей в войне 1941-1945 годов, которым и посвящаем эту программу. По существу каждый, кто находится в зале, является или отцом, или сыном, или дочерью, и любой другой родственник. Особенно радостно нам видеть внуков, а может быть и правнуков. И, конечно, песня о давнем герое русской военной истории Святослава. Итак,